оценивающие причины доказательств их совокупности, суд признает их относимым, допустимым и достаточным для признания лиц естественно виновным именно в том, что она является должностным лицом, лично получила взятку, ведя денег за действия в пользу представляемого законодательного лица, и в силу должностного положения могла способствовать таким действиям в пользу Тарабанова, подчеркивая действия по данному преступлению по части 1 статьи 290 в редакции Федерального закона 4 мая 2011 года номер 97 ФЗ. И в том, что Лисицын также является должностным лицом, лично получила взятку, ведя денег за действия в пользу представляемого законодательного лица, и в силу должностного положения могла способствовать таким действиям в пользу Печурчика и квалифицировать ее действия по части 1 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 4 мая 2011 года, номер 97 ФЗ. Суд квалифицирует ее действия именно в редакции Федерального закона 4 мая 2011 года, так как это улучшает положение подсудимой. Представленные по убеждению суда обвинения доказательств не имеют противоречия, согласуются и дополняют друг друга. Все оперативно-розыскные мероприятия проведены в строгом соответствии с требованиями Федерального закона оперативно-розыскной деятельности. Доводы защиты о том, что лисица не являлась должностным лицом, не была наделена функцией представительной власти и не является, по мнению защиты, субъектом преступления, состоятельно опровергаются представленные следствием судом материалами дела из постановления Губернаторской области об утверждении положения Главного управления должностной инструкции самой Лисицына, согласно которой Лисицына являлась именно должностным лицом. При назначении наказания суд принимает во внимание отсутствие техчайших наказаний обстоятельств. Смягчайшее наказание обстоятельств совершения преступления впервые, состояние здоровья Лисицына, то, что Лисицына является инвалидом третьей группы, иные данные о ее личности, которые, учитывая, что она на учете у врача-нарколога не состояла, является пенсионером в настоящий момент. По месту жительства, последнее место работы характеризуется исключительно положительно. Ну, с учетом всех данных о ее личности, учитывая обстоятельства совершения преступления, состояние ее здоровья, семейное положение, требует справедливости, размерности назначаемого наказания, закрепленного в уголовном законодательстве принципа гуманизма, справедливости, учитывая изложенное, суд находит возможным, достаточным назначить Лисицына наказание штрафа. При этом назначение наказания штрафа, суд учитывает прежнюю редакцию статьи, назначает размер штрафа в пределах постановленного закона в момент совершения преступления, то есть редакция от 8 декабря 3 года, которая улучшает размер штрафа и ее положение. С учетом занимаемой должности, подсудимого в момент совершения преступления, совершение преступления в связи с занимаемым должностью суд в силу статьи 47 УК РФ полагает необходимо назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать должность государственной гражданской службы на определенный срок. Однако, в силу требований статьи 98 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истек срок 2 года по совершению преступления. Учитывая, что Лисицына совершила 2 преступления небольшой тяжести, срок привлечения к уголовной ответственности ее истек в настоящий момент, она подлежит освобождению от отбывания наказания в виде истечения срока в данном уголовном преследовании. Руководство 33, 34, 39 УПК РФ суд приговорил признать Лисицыну Тамару Владимировну виновной в совершении 2 преступлений, признать часть 1, 290 УК РФ в редакции Федерального закона 4 мая 2011 года и назначить ей наказание по каждому преступлению. По части 1, 290 в пользу Печурчика в редакции Федерального закона 4 мая 2011 года в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с лишением права занимать должность государственной гражданской службы на 2 года. По части 1 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации в пользу Печурчика в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей с лишением права занимать должности государственной гражданской службы на срок 2 года. На основании части 269 УК РФ путем полного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить Лисицыну Тамару Владимировну наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей с лишением права занимать должности срок на 2 года. В силу требования по УК РФ 1 статьи 78 от назначенного наказания Лисицыну освободит ввиду истечения сроков данного уголовного преследования. Мер пресечения Лисицына в виде подписки не вызвать ближайшее поведение отменить. Вещественные доказательства результата УРМ изъятых документов в администрации Тульской области хранить при материалах дела. Деньги, изъятые в ходе обыска УОП, обратить доходы государства. Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы, либо представление в течение 10 дней через Советский районный суд города Тулы путем подачи жалобы в Советский районный суд города Тулы.